Выборы сами по себе кампания важная. Выборы представителей в Верхнюю палату парламента, людей, на которых возлагается миссия определять дальнейшее развитие страны в целом на ближайшие годы, ответственно. Ведь от того, насколько активными и заинтересованными в своей деятельности будут кандидаты, зависит будущее законодательной базы республики. Совет республики – это та площадка, которая занимается законотворческой деятельностью. Это основное направление деятельности. И если говорить о работе действующего состава Совета республики 5-го созыва, то это, безусловно, рассмотрение законопроектов в самых разных сферах. Это и образование, наука, культура, социальное развитие. На рассмотрении в рамках заседания депутатов местных советов депутатов базового уровня 8 кандидатур. Все они – люди опытные, имеющие за спиной серьезные профессиональные заслуги и уважение в трудовых коллективах. Каждому из представителей была дана возможность огласить предвыборную программу, а также познакомить избирателей со своей биографией, после чего прошла процедура голосования. Предложенные кандидатуры были поддержаны и руководством области. Губернатор региона Анатолий Лис подчеркнул, важно, чтобы избранные представители оправдали возложенное на них доверие. Депутатский корпус области видит в этих людях надежных партнеров в решении вопросов по улучшению качества жизни. Это действительно люди уважаемые, достойные в нашей области. Они знаковые фигуры, которые работают или и проживают в области не один, не год, не два, а как вот было отмечено в характеристике, 50 лет, 56 лет проживают. То есть знают именно Брестщину, как говорят, изнутри, из самого детства. Поэтому я убежден, что эти люди будут достойно представлять наш регион. Люди, которые будут достойно отстаивать те интересы, которые волнуют и Брестщину, потому что есть моменты, которые нужно защищать и нас, органы власти, что действительно мы будем такими надежными партнерами между собой. До 30 сентября Центр избирком утвердит новый состав Совета Республики. 56 сенаторов плюс еще 8 человек назначит президент Александр Лукашенко. От Брестского региона по итогам голосования в него войдут 8 депутатов, в том числе 2 представителя города над Бугом. Председатель республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц и директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григорий Бысюк. Я, конечно, буду в первую очередь, как член Совета Республики, работать над, может быть, усовершенствованием того законодательства, которое уже есть и в плане, связанном с развитием нашей республики, экономическим, в первую очередь, потому что я понимаю, хорошо будет в экономике, хорошо будет в культуре, хорошо будут решаться социальные вопросы в нашем обществе, в нашем государстве. Безусловно, мы будем много работать над проблемой правового воспитания граждан. Мы считаем, что на сегодняшний день это одна из самых важных и главных проблем, потому что очень много граждан не знают должным образом своих прав. Но очень многие граждане и преувеличивают свои права, и они знают только права и забывают о своих обязанностях. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».